Цена только сегодня! Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене, действительной только одни сутки. Удачных вам покупок! Мы представляем вашему вниманию шторы под названием «Эстетика бархата». Это действительно эстетически красивое предложение, которое хочется заполучить практически в любой интерьер. Но мне кажется, что это прям вот классический вариант, который подойдет подо все. Оль, 100% подойдет подо все, потому что эти шторы, они, знаешь, нет, они не подойдут. Они преобразят каждый интерьер, наполнят его шиком, наполнят его роскошью за счет своей уникальной фактуры, но это на 100% сезонное предложение, которое подойдет для осенне-зимнего периода, потому что эти шторы имеют полупрозрачную фактуру, которая не будет утяжелять интерьер. Легкие, воздушные, очень интересные по дизайну, бархатные шторы, которые будут эффектно смотреться в вашем интерьере. У нас три цвета в наличии. Золото. Золото только что мы посмотрели с вами. Также у нас есть бежевый цвет. Универсальный бежевый цвет. То есть универсальный, да. Подо все, да? Абсолютно подо все подойдет. Данная модификация, конечно, будет прекрасно сочетаться с темной и светлой мебелью. Да, например, прекрасное, кстати, решение, Олечка, если вдруг интерьер такой маленько угрюмый, да, преобладает темные оттенки. Вот бежевый — это универсальный цвет, который еще визуально расширит пространство. Так, еще у нас есть белоснежный оттенок. Напомню, что сегодня вы получаете сразу комплект. 2499 рублей. В комплекте вы получаете две портьеры, два подхвата. И не забудьте про уникальную акцию, которая действует на нашем телеканале. Хотите бесплатную доставку? Всего лишь 299 рублей. Сегодня для практически всей страны. Уточните информацию по вашему региону в колл-центре. Друзья, напомню, что все-таки сейчас уже наступила осень, новый сезон. Желательно почаще преображать свой интерьер. Посмотрите на ваше окошко. Если шторы вам уже поднадоели, если вы их давным-давно не меняли, лет 10 висят, сегодня расстаньтесь с ними раз и навсегда. Преобразить свой интерьер без глобальных затрат. Удивительная цена, которая действует только сегодня. А, знаешь, Оль, вот белый цвет, конечно, он уникален. Вспомните, какие ассоциации у вас возникают с белым цветом. Я думаю, самый счастливый день в вашей жизни, наверное, напоминает о свадьбе. Да. Белый цвет – цвет чистоты, он вызывает особые эмоции. Вы только представьте, какие эмоции он будет вызывать у вас, когда вы повесите эти шторы на свои окна. Каждый раз, заходя в эту комнату, у вас будут самые трепетные воспоминания. А может быть, вы решили подарить своим родным, близким, детям, может быть, внукам на свадьбу такой комплект. Выбирайте именно белые шторы, потому что он действительно уникален. Белоснежный цвет. Три цвета на выбор. Золотой, бежевый и белый. Не знаю, как вы сейчас будете определяться с цветами, но Катя сказала, что они универсальны, подойдут под любой интерьер. На мой взгляд, нужно брать как минимум два комплекта. Сегодня действует самая выгодная цена. Такой цены не будет завтра, послезавтра, ни через три, ни через полгода, ни через три месяца, ни через полгода. Дозвонитесь прямо сейчас, сделайте свой выбор как можно скорее, пока все три цвета в наличии. Пойдемте, пойдемте. Очень интересно посмотреть на фактуру, потому что многие телезрители думают, ну да, вроде бы красиво издалека, да, вроде блестит. А нужно понять вообще, как создается такой рельеф из бархата. Вот, Оль, как раз-таки об этом я бы и хотела рассказать. Я сказала изначально, что это сезонное прям предложение на все 100%. Для осени, для зимы это идеальное решение. Почему? Потому что наши шторы имеют полупрозрачную фактуру. А полупрозрачная фактура нам требуется для того, чтобы не утяжелять интерьер и иметь больше света, чтобы комната была светлее. Посмотрите, обратите внимание, насколько фактура действительно уникальна. Оль, это не просто бархат, это бархат деваре. Вот вензеля, которые вы видите, они не приклеены. Они созданы по уникальнейшей технологии. Итак, создается шаблон, затем шаблон прикладывается на бархат. А после этого специальным составом удаляют лишние нити. Первый слой удаляют до основания. Второй слой, он остается у нас матовый. Давайте мы на него посмотрим. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот, матовый ворс. Ну и, конечно же,
Третий слой – это роскошные глянцевые вензеля, которые создают вот этот эффект перелива, эффект хамелеона такой. Хамелеона, кстати, от преломления света будет меняться и цвет наших штор. Ага, вот представьте, вы нарядите ваше окошко новыми эффектами и шторами. Вы представьте, вот наступит вечер, вы выключите свет, да? Включите, например, бра, либо светильник. Вы представляете, как они будут тонко переливаться? Как будут вот эти переливы озарять ваш интерьер? По-новому заиграет вся ваша мебель, ненужные покупать новую. Добавьте один только новый штрих, и вы поймете, что все вокруг поменялось в лучшую сторону. Вспомни, Кать, когда мы листаем глянцевые журналы, вот именно такие шторы мы чаще всего там наблюдаем. Оль, действительно, бархатные шторы во все времена, они были не то что модным акцентом интерьера, это был роскошный акцент, статусный, помпезный. Вы только представьте, такие шторы будут украшать ваш дом. Ведь именно такие шторы украшают Лувр, украшают Эрмитаж, украшают Большой театр, и они преобразят ваш интерьер. И у нас три цвета на выбор. Три цвета пока в наличии. У нас есть золотой цвет, его вы сейчас видите на экране. Это самый популярный оттенок. Не забудьте, что в комплекте вы получаете и подхваты. То есть две портьеры, размер каждый 150 на 270 сантиметров. Два подхвата. Плюс вы можете еще выбрать второй цвет. Почему бы не выбрать, например, бежевый цвет? Универсальный цвет. Вот я прям вижу этот цвет в своем интерьере. Еще у нас есть белоснежный цвет. Сегодня любой цвет, какой бы вы не заказали, 2499 рублей за комплект. Оль, ну знаешь, вот я хочу как эксперт отметить, ты видишь, насколько эластичное волокно. Бархат Деваре, он не только красив, он еще и практичен. За счет своей эластичности бархат Деваре не теряет формы. Также вот этот ворс глянцевый, богатый, красивый, он абсолютно не подвержен истиранию. В том числе шторы не будут выгорать, что тоже очень важно. И вообще они прослужат минимум 20 лет без потери качества. Вот, 20-летняя гарантия. Вспомните, иногда приобретая шторы, они буквально через год уже теряют свой внешний вид, застирываются, выглядят уже не очень. Вот, королевский вариант для вашего королевства. Почувствуйте себя настоящей королевой, богиней в своем маленьком царстве. Добавьте маленькой изюминки, все заиграет новыми красками, и обязательно пригласите подруг, когда вы получите на почте вот эти замечательные шторы. Вот от себя добавлю, это прям мое приобретение, потому что у меня всегда темно в квартире. Вот полупрозрачные портьеры – это то, что нужно. И это модный акцент вашего интерьера в новом сезоне.